Juve n'est pas là non plus, lui qui vient de revenir à Turin avec un échange après un appel. 6 septembre, pardon, ce sera les Falcons face à Manchester United, défaite de 2-1 des Merengues. Gareth Bale, ce sont les autres absents, mais cette 4 mois après le quart de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid et la Juventus se côtoient de nouveau cette fois-ci. Chiellini par-dessus, est-ce qu'il y a une position de hors-jeu? Il aura raison au Real. Bon ballon, très très bon ballon de Toni Kroos. Второй, да, первый был с Исландии. Но он же был в составе делегации, он же тренировался. Да, и хорошая атака Ювентус сейчас. Канцело прострелы в свои ворота забивает мяч Дани. А Ювентуса время Реал обыграет, он обойдет в турнирной таблице. Ошибается Канцело сейчас довольно грубо. И вот туда надо катить, и видел это Бейл. Но все-таки правая нога. В рамках Кубка Бернабеу. Этот матч пройдет 11 августа. Андро бросает он на Фавилли. Тот с разворота неплохо пытается. Бейл. Ну, это не туда передача абсолютно. Бензема такой твит написал, да, в соцсетях. Как лично все это проверка. Бензема сейчас ошибается. Маркизи. Да, Барселоне и Реалу сейчас. Иско. Прострел. Бейл. Под любимую левую, как кажется. Удивительно при забитом мяче. Карвахаль может войти в историю, да, еще. Опять 6 футболистов, в принципе, которые могли бы быть звездами в любой команде. Сейчас Алекс. Кришану Роналду тут, по-моему, подача и... Бензема. Есть близко поля карного Карим Бензема. A raczej albo za słaby, albo niedokładny. Uwaga, Gareth Bale, bo to się może za chwilę zmienić, ale... To by był taki drugi przedni ząb wyrwany Realowi Madryt. Nie chce mi się wierzyć. Inna sytuacja. Toni Kroos, znowu zagranie w kierunku Benzemy. Interze ma zarabiać... Gareth Bale i to jest 3. Można odnieść, że trochę uśpiał. Bo się no to zaryzykowali strzał.